Гость программы «Свободный взгляд» занимал должность начальника управления молодежи и спорта в Гагаузии в 2003 году. В 2004 и в 2007 году избран депутатом Народного собрания Гагаузии. С 2004 по 2014 год примар муниципия Камрад. В 2006 и 2010 году был кандидатом Башкана Гагаузии. В 2012 году стал возглавлять региональную организацию Демократической партии Республики Молдова в Гагаузии. Николай Дудогла, гость нашей программы. Здравствуйте, Николай Харламович. Здравствуйте. Вы знаете, с тех пор, как ваше имя появилось в списке политических лиц Гагаузии, как мне помнится, первоначально вы всегда поддерживали левые партии. То есть сначала это была ПКРМ, насколько помню, потом это была СДП Шелина или ДПМ во главе с Дьяковым, потом СДП Шелина в определенное время, и сейчас снова ДПМ, только теперь уже под руководством Мариана Лупо. Вот скажите, с левых партий начали, но вошли, вступили, стали членом Демократической партии, которая ориентирована все-таки проевропейски и не совсем левая партия. Как вот такая трансформация у вас как политическом лидере происходила? Ну, я в жизни поддерживал Демократическую партию. Ну, мне приходилось работать с политиками и коммунистами, но я, в принципе, никогда не разделял их мнения, поэтому первая партия, которую я поддерживал, была именно Демократическая партия во главе с Дмитрием Георгиевичем Дьяковым. Но при определенных моментах, как говорится, я не был членом Демократической партии, мы приняли решение поддерживать социал-демократов, потому что это была более пророссийская партия. Но, к сожалению, на прошлых выборах не удалось преодолеть барьер, партия практически проиграла, ну и она ушла с территории Гагаузии. Поэтому нам пришлось сделать выводы для того, чтобы выбрать для себя партнера. И, как говорится, мы далеко не ушли, мы вернулись туда, откуда вы пришли. И Демократическая партия, в принципе, это не левая и не правая, это центристская партия. Мы скажем, что она именно центристская партия. И если сегодня говорить, что она проевропейская или пророссийская, здесь наверняка нужно большие дискуссии, потому что партия сегодня двухвекторная. И я считаю, что это очень правильно, потому что сегодня, когда в стране у нас практически население разделилось на две части, часть поддерживает именно объединение с Европой, часть поддерживает таможенный союз, сегодня нужна партия, которая как бы чуть-чуть наверняка привело к тому, что люди чуть успокоились, потому что если сегодня идти по этому пути, то, наверное, Донбасс для нас будет наверняка легким примером. Поэтому мы приняли решение поддерживать Демократическую партию, потому что она двухвекторная. Для гагаузских политиков очень важно, потому что я скажу, что для гагаузов тяжелее всего поддерживать какую-либо партию. Потому что у нас в Гагаузии, в принципе, все поддерживают пророссийское направление. И если какой-то партии, которую мы хотим поддержать, хоть что-то нет пророссийского, естественно, что даже говорить не о чем. Демократическая партия, то, что она двувекторная, есть, говорится, возможности сегодня поддерживать хорошие отношения с Россией и нормальные отношения с Европой. Николай Фоломович, но то, что Демократическая партия двухвекторная, об этом говорите только вы. Я не слышала ни разу, чтобы это подтверждало само руководство партии. Ни в одной из передач, в которых участвуют первые лица этой партии, ни разу не было сказано о том, что мы двухвекторные. То есть вот эта терминология не применяется лидерами вашей партии. Да, нет, почему? Я с вами не соглашусь, потому что и на съезде в Камрате об этом говорил Мариан Ильич Лупо, об этом говорилось и на национальном собрании. И сейчас 19 числа Мариан Ильич Лупо будет в Камрате. Я вас приглашаю, как говорится, на наше собрание. И вы тогда сами и услышите. Потому что об тогда этом... у меня встречный вопрос. Конечно. Может быть, об этом говорят только в Гагаузии? Потому что это надо слышать гагаузам? Ну, я вам скажу, что любые собрания, любые форумы или съезды, когда собираются, телевидение со всей республики. И ни один политик не сможет скрыть то, что он говорит в Кишиневе, в Бельцах или в Камраде, потому что это сразу же публикуется по всей стране. Поэтому то, что Демократическая партия двухвекторная, об этом говорилось очень долго и очень много. И наши оппоненты, в принципе, больше всех всегда били Демпартию. Что значит двувекторная? Определитесь вы направо или налево. Ну, я еще раз повторяю, что партия была в проевропейской коалиции нынешнего парламента, поэтому несложно сказать, что она не левая. Нельзя сказать, что она центристская партия.
Демократическая партия – это центр, центристская партия. Поэтому говорить, что она чисто правая или чисто левая – нет, но она центристская. А может быть, это такая маленькая хитрость, которая выгодна на эти парламентские выборы, Николай Иванович? Ну, если мы будем говорить о хитростях, я вам скажу, что наверняка меньше всего хитрости сегодня именно демократической партии. Потому что больше всего хитрости сегодня с тех партий, которые приходят конкретно перед выборами и, в принципе, говорят то, что хотят услышать население. Вот перед выборами как раз у нас сейчас очень много левых партий. Мы этих левых партий уже встречали много раз. Ну, давайте мы с вами вспомним. Два раза Гагаузия попадала в тупик на последние парламентские выборы. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас появлялись левые партии, которые очень хорошо говорили то, что гагаузы хотят услышать. И то, что вы сказали насчет хитрости. Ну, в 2005 году, я считаю, что Гагаузия попала в самый большой тупик, потому что у власти были коммунисты, и в то время Формузал очень активно поддерживал, значит, это была «Патрия Родина», где, будучи коммунисты у власти, у нас Гагаузия набирает «Патрия Родина» 60%, не преодолевая 4%, тогда было 4%, и Гагаузия попадает в свой первый тупик. Я тогда был уже примаром города Камрата, очень хорошо помню отношения, которые сложились после этого у Воронина и Табунщика, потому что мы никаких инвестиций, никаких проектов участвовать не могли, потому что Гагаузию били со всех сторон. Коммунисты у власти набирают Гагаузию 32%. Это был первый тупик, это была хитрость. Вот это называется хитростью, что партия, которая пришла и сказала, что мы пророссийская партия, мы выиграем, дальше русскоязычная Гагаузия будет получать максимум инвестиций, поддержки, у нас жизнь, все наладится, все хорошо. Вот это было хитростью, и мы проиграли. Второе. Ну, давайте вспомним 4 года назад. Как говорится, коммунисты у власти, и Гагаузия после того, как попал в первый раз в тупик с «Патрией Родины», Гагаузия проголосовала в 2009-2010 за Компартию 70-80%. Потому что тоже Компартия говорила, что вы в прошлый раз не поддержали. И что получили? Ничего. Только последний год начались строительства университета, потому что последний год перед выборами довольно-таки был такой бум в Гагаузии. Коммунисты дороги делали. И вот это тоже была хитрость. Поддержите нас. При этом зная, что на следующий выбор возможно, что коммунисты пойдут в оппозицию. Они ушли в оппозицию. Гагаузия отдала 80% коммунистам. И что дальше? И дальше мы повторили участь 2005 года, что Гагаузия ничего не получает. Вот а эти не повторяли ли вы, не было ли хитрости, Николай Иванович, в том, что когда вы поддерживали СДП Шелина? На прошлых парламентских выборах. Я скажу, что я никогда не причислял себя очень большим политиком. Но у нас в Гагаузии наверняка такой, как я, наверняка все гагаузы. У нас все, что связано с Россией, мы, не задумываясь сразу двумя руками, мы голосуем, потому что за этой партией стоит Россия, и мы слышим, как говорится... То есть вы признаете, что это была ваша ошибка? Конечно, это была моя ошибка, потому что я был уверен, что социал-демократы придут к власти, пройдут барьер. Но это время показало, что это была ошибка. Социал-демократы проиграли, я ничего против не имею руководителя партии Шелина, мы и сейчас с ним дружим. Но ничем социал-демократы после того, как проиграли, не смогли помочь Гагаузии. Тогда... Поэтому мы и сделали свои выводы, что нужно дальше идти и ставить на ту лошадь, которая придет первым. А самое главное, сегодня я вам скажу, что в Гагаузии не надо голосовать за партию. Сегодня конкретно нужно делать выводы, голосовать за Гагаузию. Но при том, голосуя за Гагаузию, проголосовать за своего партнера, значит, партию, которая даст возможность развития нашего региона. И не даст все возможность, что вас... дать возможность развить. Николай. Мы будем так говорить, что мы уже два раза обожглись и уже отлично понимаем, что реально, что нереально. Выводы легко сегодня делать. Скажите, вот вы привели, на мой взгляд, хороший пример, что Гагаузия всегда голосует за пророссийское какое-то направление, и эти партии всегда получают большинство. Как это случилось с «Патрией Родина», как это случилось потом с некоторыми партиями, но мы эти партии не брали большинство, и Гагаузия никакого веса в общеполитическом ландшафте Молдовы иметь не могла, да? Да. А сейчас на этих выборах вы открыто говорите о том, что вы центристская партия, что вы двухвекторная, как вы сказали, что ДПМ как раз и за Россию. Объясните, как это возможно вообще? Вот объясняю. Ваша партия за все 4 года нахождения у власти ни разу не сказала, что большой поддержкой мы пользуемся Россией. Вы об этом говорите.
Ну, я скажу, что сегодня в любой партии есть и правая сторона, и левая сторона, в самой партии. В демократической партии, как и в других партиях, тоже есть внутренняя и борьба, внутренняя конкуренция. Скажу, что Гагаузия, когда, в принципе, наша команда, новая Гагаузия, объединились с Демпартией, внутри, наверняка, Демпартии был вот такой перевес, наверняка, те, которые были, ну, меньше поддерживали русскоязычных. Но, входя в большая команда, когда вошла, мы уже подравнялись. Уверяю вас, что очень большая работа сейчас ведется и в Бельцах, и в Таракли, и в северных районах. И если мы говорим немножко сейчас о будущем, я склонен, что уже уйти, ну, все-таки уже 10 лет и примарка Мрата, и если те ошибки, которые я мог делать 4 года назад, 8 лет назад, сегодня мы не имеем права на ошибки, потому что за нами сегодня не стоит Дудоглу, а за нами стоит весь гагаузский народ. Поэтому сегодня поддерживая Демпартию, которая, еще раз повторяю, что она центристская и двувекторная, которая в любом случае имеет нормальные, хорошие отношения к России и в будущем. Ну, давайте мы с вами рассмотрим. Так. Гипотетически, что в парламент попадает 4 партии. Коммунисты, либерал-демократы, значит, демократы и либералы. С кем дальше Россия сможет вести на самом высоком уровне какие-то переговоры? Ведь даже если взять пару месяцев назад, после того, как Россия ввела, значит, таможенные пошлины, в парламенте появились призывы партии либералов, что нет, давайте выйдем с СНГ. Кто первый, значит, в парламенте остановил все это движение? Это демократическая партия. Ни в коем случае мы не должны выходить из СНГ. И дальше пройдут парламентские выборы, России придется работать с теми партиями, которые есть. И это будет конкретно демократическая партия, которая за хорошие, нормальные отношения с Россией. Вы знаете, Николай Хламович, я думаю, что любая страна работает со страной, а не с отдельно взятой партией в этой стране. Значит, Екатерина, я возражу вам, что, конечно, оно так, но для того, чтобы работать со страной, работать с руководством страны. Правильно. Ну, а если в руководстве страны сегодня, сейчас у нас идут выборы, и будет как бы новый парламент, с кем будет работать? Просто то с населением? Вы уже уверены, нет, что ДПМ будет иметь руководство в стране? Конечно, оно будет работать с парламентом. И я уже сказал, что я не хочу больше делать ошибок, и чтобы ошибалась Гагаузия, поэтому принял для себя решение, иду открыто с призывом, и об этом говорю, как говорится, с открытыми глазами, и встречаюсь с населением, и убеждаю, что действительно демократическая партия. И снова повторю, я, например, сегодня являюсь примаром Камрата, и небольшой секрет, что Дудоглу будет баллотироваться Башканом Гагаузии. Об этом тоже поговорим, Николай Хасанович. Да, но я являюсь списком ДПМ. Почему я являюсь списком ДПМ? Потому что я открыто поддерживаю, потому что отлично понимаю, что ДПМ – это будущее Гагаузии. Это мой следующий вопрос. Почему вы 10-й в списке ДПМ? Вот объясните, как так получилось, что вы вот заняли достаточно такое рейтинговое, наверное, как считается в партиях, это место 10-е? Потому что у нас в Гагаузии, сегодня я скажу, что региональная организация демократической партии находится на одном из первых мест внутри нашей партии. Делаются опросы. И если наши противники, оппоненты, нашего оппонента говорят, что демократическая партия слабая в Гагаузии, ну что же, я приглашаю их на нашу форуму, где собирается по 1000-2000 человек. При этом они говорят, что а вы больше 1000 человек не наберете в Гагаузии. Но если даже на одних собраниях собирается больше как людей, чем нам предрекает в будущем, я, значит, демократическая партия на 10-м месте, это говорит о том, что демократическая партия действительно проявляет к нам уважение, не ставит гагаузов, значит, 50-ми, 60-ми, 70-ми. Даже при этом, если посмотреть внимательно, значит, списки демократической партии, Дудоглу 10-й, Карасени 18-й, Дудник 26-й. Ни в одной партии такого расклада нет. Это говорит о том, что именно демократическая партия вчера, сегодня и завтра намерена Гагаузии работать и намерена действительно инвестировать, помогать, внедрять проекты для того, что экономика Гагаузии, ну, подняла, что жизненный уровень у нас вырос. Николай это Иванович, нету ни в одной партии. Я думала, что вы на этот вопрос дадите ответ, почему вы оказались в списке 10-м. Думала, что вы скажете, так решил праймериз. Но вы о праймеризе ничего не сказали.
Для чего же тогда проводился этот праймериз, если результаты населения не слышало? Да нет, Екатерина Федоровна, я скажу, что праймериз, в принципе, мог быть любой человек, но это не обязательно, что этот человек должен баллотироваться в депутаты парламента. То есть, если человек видит себя в исполнительных органах, в других, не обязательно, да, его рейтинг в партии, естественно, что сегодня у нас партия. И скажу, что я вначале это не поддерживал, но потом, когда мы увидели, как оно проходит, я считаю, что это правильно, что каждый человек, каждый политик, каждый руководитель, ну, стал на весы. Что мы иногда бьем себя в грудь, что вот самый лучший, самый нужный. Ну, а население показывает, нужен ли ты вообще, или что-то сделал, или не сделал. Николай Поэтому Иванович, это было нормально. Я не поняла, хотела, чтобы вы мне разъяснили, а что, праймерис разве не проводился, как это было анонсировано, среди членов ДПМ, да, участвовало все население, но проводился для того, чтобы руководство партии могло увидеть тот или иной член ДПМ, как его рейтинг определяет само население, гражданское общество. Примерно. Поэтому, когда вы говорите, мог выдвигаться любой, это не совсем правильно. Ну, наверняка я не те слова употребил. Значит, имеется в виду, что любой человек мог написать любую фамилию. Но это значит, голосовали не только члены ДПМ, но и все, которые поддерживают. Но они могли туда прийти и написать, например, даже политика не с нашей партии. И были такие моменты, что вот я считаю, что был бы достойным депутатом Иванов Петров. Ну, а это Иванов Петров даже не наша партия. Для того, чтобы в дальнейшем наша партия видела, что в населенных пунктах есть новые лидеры или старые лидеры, которых население поддерживает, с которыми нужно встречаться, нужно говорить, потому что они, если население поддерживает, значит, этими людьми нужно работать. Я считаю, что праймериз был очень правильный, очень нужный. Ну, я не зря, наверняка, в Соединенных Штатах праймериз проходит уже в течение, ну, чуть не 100 лет, да? А сейчас у нас то, что был праймериз, оно показало реально, что какие политики поддерживаются народом, какие нет. Но снова же я повторяю тому, что есть и те люди, которые в праймеризе набрали очень много голосов, которые отказываются идти в парламент. Что кто-то является примаром, кто-то является председателем района, кто-то является начальником каких-то служб, которые их не интересуют. Поэтому... Я просто думала и понимала, что праймериз определяет кандидатов в депутаты от этой партии. Оказывается, определил список всех, кто хочет быть в ДПМ. Да, это было предложение. Население предложило руководству список, кого выдвигать. Но невозможно выдвигать кандидатом в депутаты, если человек сам этого не хочет. Ясно. Николай Хламович, в последнее время, особенно в период предвыборной, начала предвыборной кампании, очень многие организации проводят всякого рода опросы. Совсем недавно молодежная организация, назвавшая себя «Омега», по-моему, представила некоторые опросы, проведенные по Гагаузии, по их словам. Вот, и в последнее время, значит, опрос, проведенный ими, был выдан вот в таких результатах. 44% проголосовали бы за Николая Дудогу, за ДПМ проголосовало бы 24,6% избирателей гагаузских. Такую пресс-конференцию дали ребята в офисе ДПМ. Это ваша молодежная организация? Я вам скажу, что я к любым опросам, молодежная организация, то, что и наша, и не наша, какая здесь разница. Я ко всем опросам относился всегда одинаково, что для меня опросы — это встречи с людьми. Когда ты встречаешься с людьми в любом зале, и ты видишь ты глаза, значит, населенном пункте людей, то у тебя процент сразу, ты понимаешь, что и по глазам ты читаешь, что здесь есть поддержка или нет поддержки. Любые опросы, которые это проводятся, ну, это для того, чтобы наверняка как можно больше сейчас опросы с одной стороны, с другой стороны. Каждый начинает пиарить как бы свою сторону. Ну, а для меня я скажу, что опросы – это мои встречи. Я встречаюсь очень часто, практически в каждом населенном пункте. Не только, как говорится, в больших встречах, но и маленькие встречи. Поэтому я свой опрос скажу чуть-чуть попозже. Ближе к ноябрю, ближе к выборам, без всяких опросов и наших молодежных организаций, и организаций социалистической партии, и коммунистической. В данный момент я на них, честно говоря, даже не обращаю внимания. Они ведут, как говорится, ну, это правильно.
Политика – это борьба, и смотрите, они должны, Николай Иванович, соревноваться. Я почему задала этот вопрос, потому как вот создается такое впечатление, что каждое политическое политформирование имеет свою организацию, которая периодически выходит на общественность и дает какую-то пресс-конференцию, и практически, я так понимаю, потому что никаких результатов, как проводили этот опрос, ребята не представляют. Вот с балды взятые какие-то цифры. 44, это сейчас может касаться не только ДПМ и каких-то других партий. Но вот конкретно эти ребята представились как члены новой ГГУЗИ. Значит, вопросы вы мне задаете, а я вам в этом направлении задам другой вопрос. Давайте. А как же отнестись к другому опросу, которое было, как говорится, в кабинете Народного собрания, конференция и работники, и работники Народного собрания? Николай Иванович, работники Народного тоже. Собрания. Спасибо поэтому, за подсказку. Поэтому и это я еще раз говорю, что опросы, ну, борьба, политика – это борьба, значит, компромиссов, каждый, значит, своих программ. Это нормальная вещь, это нормальные вещи. Но для серьезного политика, я вам скажу, что сегодня не главное эти опросы. Самое главное – встречи с населением. Вы меня подвели и убеждением, к вопросу, Игнат... и убеждением, что действительно поддержите или нет. И скажите мне, пожалуйста, в такой ситуации… Вы правильно, подсказка очень классная, спасибо большое. И та организация тоже может входить в мой вопрос… Правильно ли поступают политические формирования, когда свои же молодежные организации выходят и дают пресс-конференцию о таких-то цифрах? Зачем это делают политики? Это нормальная вещь. Здесь не надо к этому как бы относиться правильно или неправильно. Это идет предвыборная кампания, каждый имеет свою чем программу. Чем обманываем каждого... жителя? Ну, почему считать обманывать? А кто сказал, что эти... Жителя. Значит, это неправильно. Вот если, например, я скажу, что то, что, значит, молодежная организация «Омега» взяла этот опрос, ну, вот как бы к нему бы ни относились, но когда прошел праймерис, я скажу, что я увидел, что, значит, эти цифры наверняка где-то сходятся. Потому что если бы эти цифры не сходились, то на праймеризе наверняка был бы полный провал. Мы увидели, что действительно в праймеризе вышло 8 тысяч человек. Это говорит о том, что примерно где-то то, что, как говорится, в их цифрах и было. Плюс оно, минус оно, но я, если бы, например, оно было, как показывали наши оппоненты, как наши оппоненты показывали, что демократическая партия имеет 2%, там, тысячу человек, а как что-то 8 тысяч вышли на праймериз, если демпартия имеет 1000 человек. С неба упали эти люди. Это интересно. Поэтому я говорю, что опросы, здесь эти вещи нормальные. Это конкретно программа разных партий ведет. Но, значит, каждый может воспринимать это правильно и правильно. Например, я лично, значит, тем сообщением, которое я услышал от молодежной организации или от общественного объединения «Омега», я очень внимательно проанализировал. Я единственное, что могу сказать, что там я увидел одно. Что Компартия очень сильно теряет рейтинг по Гагаузии. Я обратил внимание по опросу, потом я вот на встрече тоже задаю вопросы людям, и я вижу, что действительно Компартия теряет рейтинг. Потому что если мы смотреть, как наши оппоненты работают, то они встретились в кабинете и разделили. Я тебе, ты мне. Лучше по рейтингу на Башканской в Рахировах, а лучшая партия у нас в Гагаузии, которая набирает больше всех голосов, Формузал. Ну, оно конкретно показывает время, что это не так. Ну, я думаю, что мы очень долго задерживаемся. Давайте, на да, идем дальше. Николай Харламович, скажите, пожалуйста, по-моему, не осталось людей, которые не заметили в Гагаузии столь, как вам сказать, явные разногласия, которые, как говорили в народе, черная кошка пробежала между вами, между Константиновым и Дудогло. Ну, вот так случилось, уже всем известно, как это все происходило. Меня всегда интересовал вопрос вот этого обещания или соглашения, которое когда-то был заключен между вами и Константиновым, что 2 года будет занимать должность спикера Народного собрания Дмитрий Константинов, а через 2 года он должен уступить эту должность Карасини Демьяну Николаевичу. Такова была ваша договоренность. Скажите, значит, люди, когда идут депутаты Народного собрания, я сейчас говорю о всех, кто когда-либо избирался, где-то в кабинетах делят срок своего пребывания, дни, часы своего пребывания. Вы считаете это нормально? Да нет, вы не так ставите вопрос. Значит, если бы это ставилось между разными партиями, у нас есть команда, и в команде, в принципе, для того, чтобы выдвигать кого-то выдвигать депутаты. Мы принимаем решение, выдвигаем кого-то в депутаты. Кого-то выдвигаем в депутаты, значит, председателей Народного собрания. Естественно, что, значит, та партия или та команда, которая выдвигает своего кандидата на такую должность, обговаривает, как оно должно быть.
У нас получилось, что после выборов Народного собрания два наших лидера, действительно лидера, это значит, Дмитрий Юрьевич Константинов и Демьян Николаевич Карасени, стали депутатами. Внутри команды были, значит, люди, которые поддерживали и одного, и поддерживали другого. Нужно было найти компромисс, потому что я считаю, что только путем компромиссов можно объединять Гагаузию. И на том этапе, как говорится, мы нашли компромисс и этим самым не раскололи команду, наоборот, объединили. И это было, скажу, что наверняка примером и для всей Гагаузии, даже для всей страны. Что не надо из-за одной должности, ту сию минуту, нужно все поругаться и все. А можно разделить. И вот мы, в принципе, тогда приняли правильное решение. И это решение принимали уже будучи... в объединенной команде и демократической партии Новой Гагаузии, потому что после выборов Народного собрания, как мы договорились и до этого, наша команда объединились, составили общую фракцию, и нам даже помогли в этом вопросе для того, чтобы найти компромисс, при этом предложив, что ни в коем случае, если человека мы одного из двух выберем председателем Народного собрания, и через два года начинаются парламентские выборы, и он покажет себя действительно хорошую работу, он может выдвигаться именно проходимым в списке парламент страны. Это было нормально. Предполагалось, что это будет Константинов. Но, значит, я участвовал на этой встрече и скажу, что именно меня спрашивали, как лучше. Потому что вопрос и о кандидате Башкани не был решен. Потому что вопрос мы друг другу все задавали. Дмитрию Георгиевичу, что вопрос задавался. Дмитрий Георгиевич, вы будете баллотироваться Башкана Гагаузии? Он говорит, нет, Николай Харлампович у нас лидер, мы его поддерживаем. Демьян Николаевич, вы будете баллотироваться Башкана? Говорит, нет, у нас Николай Харлампович лидер Гагаузии. Ну, пускай тогда Николай Харлампович скажет, как лучше поступить для того, чтобы сегодня не раскалывать команду, а объединить, сокрепить, чтобы Народное собрание была сильная фракция, чтобы она была работоспособна, а не наступали друг другу на пятки. Было такое решение. Да, было решение. Я лично сам предложил, что давайте мы разделим на 4 года, а на 2 года. 2 года один руководитель, в дальнейшем он сможет, значит, баллотироваться депутаты парламент страны, а потом, значит, второй будет, значит, председатель Народного собрания. Оба поддержали. Прошли два года, Николай Иванович. Значит, оба поддержали, что с этим согласны. И вопрос снова стал, а кто же первый будет председателем Народного собрания, выдвигаемость нашей команды? Мы еще даже не могли знать, а вдруг мы выиграем, а вдруг проиграем, потому что это выборы. Да нет, я ей открыто предложил, что это должен Дмитрий Юрьевич Константинов. Он постарше, более опытный и наверняка сможет действительно начать очень хорошую работу и помочь Гагаузии в объединении. Потому что обычно при объединении нужен очень серьезный опыт. И Николай они Иванович, согласились. Извините, можно? Вот вы верили в то, что верил, Дмитрий Георгиевич может объединить? Значит, Катерина Федоровна, значит, я полностью верил, поэтому я это предложил. Мне... Скажу, что ходили ходаки, даже не ходаки, я не могу назвать ходаки. Значит, наверняка 99,9% с теми людьми, которые я встречался в тот период, неважно, это руководители, просто избиратели или наши друзья, все до единого мне говорили то, что вы сейчас мне говорите. Тогда я хочу а вы задать могли второй поверить? Вопрос. Да, я верил. Я хочу задать второй вопрос. Для того, чтобы поверить, надо точно знать, что этот человек на это способен, потому что у него в жизни было очень много таких объединяющих моментов. Но какие такие аргументы могли бы вас тогда убедить в том, что вот Дмитрий Георгиевич может это сделать? Я не буду сейчас говорить что-либо о Дмитрии Георгиевиче. Я больше, об аргументах. Хочется понять, кто руководит НСГ сегодня. Я скажу, не буду больше говорить о Константинове, просто признаю, что это была моя ошибка, которую жизнь показала, и она меня побила за это. Потому что если сейчас я начну приводить какие-то примеры, ну, наверняка я еще раз пойму, что наверняка я и тогда ошибался, если я считаю, что это были объединительные моменты. К сожалению, Дмитрий Георгиевич поступил очень некрасиво, он не сдержал свое слово. Ну, каждый человек отвечает за свои слова, поэтому я думаю, что предстоит ему перед своими избирателями и перед Николай своим лицом. А не кажется ли, что некрасиво поступают и депутаты, и те, которые принимают вот такие решения? Как вы говорите, возможно, вы правы в том, что это был определенный компромисс, но когда идут на выборы, обещают людям, что я иду в народное собрание для того, чтобы принять законы, которые улучшат жизнь, для того, чтобы сделать там жизнь в Гагаузии, в результате мы видим, что только раздел мандатов по должностям председателя комиссии, только борьба за пост руководителя замов и еще каких-то там руководящих мест, и все.
Все на этом заканчивается. Смотрите, хорошо. Сколько времени было отдано тому, что должен 2 года занимать один, 2 года другой. В результате 2 года прошли, ваша мужская такая договоренность не имела результата. Сейчас вы забросили эту идею больше... Да нет, нет, мы не забросили, я просто говорю, в принципе, наш разрыв только из-за этого. И здесь я с вами соглашусь, что если бы мы Константина выбрали бы на 4 года, я думаю, что он был в нашей команде до последнего. Но потому просто что срок, вы не знали, срок, что вы его выбираете на 4, вы думали, нет, что вы выбираете на 2. Срок истекал, и он поэтому сделал все возможное, чтобы сохраниться в должности председателя Народного собрания. Но снова же эту тему, я, говорится, оставлю. Я перейду на другое, да. То, что вы сейчас сказали. Значит, ну, то, что депутаты говорят одно, делают совсем другое. Вы знаете, я вот уже наверняка 4 года еще назад, наверняка я не мог бы об этом говорить, это наверняка нужно самому пройти, шишки набить, и для того, чтобы все это понять, это должен быть практика, опыт. Ну, не ошибается тот, который ничего не делает. Я скажу, что сегодня реально, почему даже я вступил в демократическую партию. Потому что реально я понял, что да невозможно сегодня, когда идут выборы в Народное собрание, да и примарские выборы, программу делает один человек и говорит все, что это выполнить сам один без поддержки центральной власти, региональной власти. Но не получается. И получается так, что люди могут обещать, ничего не сделать. Для того, чтобы идти на выборы, здесь должна идти команда. Конкретно, то есть с цифрами, те, которые можно доказать, что откуда ты возьмешь, например, средства, внедришь этот проект, откуда, значит, как ты сможешь поддержать этот закон и провести этот закон, если его никто не поддерживает. Даже, например, сейчас то, что Дадон говорит, вот мы отменим то, мы сделаем то. 6 голосами, это в лучшем случае, это нереально. Это снова получается, как даже как с нашими депутатами, которые идут в Народное собрание. Поэтому я считаю, что в дальнейшем путь Гагаузии – это командный путь. Это должна быть большая группа, которая идет, имеет общую программу, которую внедряет. И тогда население тоже легче спрашивать. Не спрашивать 35, которые каждый по себе не сделал, ну, 4 года отсидел, ушел. А спрашивать конкретно команды, что вы пришли, вы должны сделать, взять на себя обязательства и выполнить. Вот тогда реально. Николай Иванович, вы так говорите, потому что вы за эти годы близких отношений с Демократической партией, которая находилась у власти, вы получили какие-то дивиденды здесь, в Гагаузии? Я скажу, что мы получили очень серьезные дивиденды, и Камрад, и вся Гагаузия. За последние 2 года, значит, при поддержке Демократической партии, потому что это единственная партия, которая создала внутри себя департаменты, экономические департаменты по привлечению инвестиций. Нет, я хотела, чтобы вы сказали, какие дивиденды. Ну, сейчас я вот говорю. Значит, создала, значит, департаменты, которые нам помогают, значит, для того, чтобы были проинформированы, где проходят какие конкурсы международных организаций, для того, чтобы получать какие-то проекты, какие-то инвестиции. Вот я говорю, что на протяжении 2 лет, значит, демократическая, при поддержке Демократической партии, Гагаузия получила, ну, более 160 миллионов лей на различные инфраструктурные проекты, поддержки детских садов, школьников. Даже скажу про Камрад. Буквально пару дней назад у меня встреча была с избирателями Камрада, что сделан первый шаг, выборы начались, и я пригласил камрадчан для того, чтобы поговорить, посоветоваться, что дальше делать. И я озвучил цифру. В Камраде сегодня 56 проектов в этом году мы начали внедрять. Из них, по памяти, где-то 38 уже внедрили. Да, 38 уже внедрили. Остальные внедряем. Но общая сумма всех этих проектов 114 миллионов лей. А не получилось ли так, что Демократическая партия, поддерживая, как вы говорите, вот вашу команду здесь, поддержала только проекты в Камрате, но не в населенных пунктах Гагаузии? Есть очень много проектов. Можете хоть парочку назвать? Да, мы возьмем, например, Чадарвунга. 7 миллионов лей – это открытие бизнес-инкубатора. Хорошо, а Вулканешта? Значит, самих Вулканештов у нас нету проектов, к сожалению, потому что мы никак не можем найти там партнера, с кем работать. Но у нас есть проекты по Вулканештскому району. Где-то на 6 миллионов лей у нас есть проекты в Чишмикю. У нас есть это где-то... Это что за проект? Это ремонты садиков, школ, крыши. Уже начался? Да, они начались. И есть уже и внедренные проекты по фонду энергоэффективности сейчас идет там проект на 1 миллион 700 тысяч лей. Мы недавно были на день населенного пункта, примар отчитывался и как бы запомнил цифру. Но идет у нас большая поддержка и в Ютули,
Поэтому я думаю, что и в Лукаништах это нужно работать. Мы сейчас об этом говорили и с нашими, как говорится, организациями демократической партии, что нужно вплотнее работать с Приморьей для того, чтобы совместно с Приморьей предлагать проект. Ясно. Спасибо. Николай Иванович, а вопрос с коротким ответом. У меня так много вопросов для пожалуйста, вас сегодня. Пожалуйста, вы видите, что я очень откровенно отвечаю на все вопросы. Да, спасибо. Просто думаю, что не уложимся по времени программы. Очень коротко, если можно. Дорога Третьякова, которая, улица Третьякова, которая ремонтируется, когда будет завершена? Эти те вопросы, которые я сам задаю все время нашим подрядчикам. Я делал пресс-конференцию, об этом говорил. Приморья делает все возможное для того, чтобы привлечь гранты, инвестиции. Мы проводим и тендеры, но на тендерах выигрывают организации, те, которые, как говорится, это государственное законодательство, которое предлагает меньше сумму. И иногда получается, что выигрывают организации те, которые не настолько сильны для того, чтобы очень быстро выполнять эту работу. Хотя в государстве есть много организаций, которые очень легко выполняют. У нас тоже получается, что выигрывает тот, который в дальнейшем ждет какой-то поддержки, пока он получит кредит, не знаю что. Ну а конкретно об этом проекте. Значит, они должны эту работу выполнить в течение полугода. У них до января месяца есть срок. Но... Они под снегом будут класть дорогу? Нет, ну если каждый проект, когда начинается, он имеет срок. Если погода портится, они имеют право обратиться для того, чтобы его, как говорится, продлить. Николай Иванович, он масленчи дело Гагаузлауда. Не, ну есть, здесь есть средства, есть подрядчик, работы ведутся. И что ж, мы делаем все возможное и звоним. Мы уже из стройинспекции выезжали. Ясно. Я думала, что мы сегодня более что-то конкретное для жителей дадим, потому что на самом деле дорога, она очень используемая и очень многих беспокоит. Ну, если более конкретно, но нужно сказать, что в конце ноября эта дорога должна быть сделана. Да. Очень много вопросов вызывало у горожан. Мы уже перешли потихонечку к городским вопросам, поскольку вы... На самом деле, я так думаю, что вы являетесь первым примаром, кто на протяжении 10 лет так долго руководит городом. И вы должны уже этот город очень хорошо знать, его проблемы. Вот очистные сооружения. Мне кажется, этот вопрос очень много раз всплывал на повестке дня. И вот совсем недавно мы были свидетелями того, что в городе очень нехорошие запахи в центре города. Вот этот вопрос... Решается или нет? С очистными сооружениями можно сказать, что вопрос решен. Значит, в этом году нам удалось, значит, действительно убедить и выиграть грант 27 миллионов лей. Значит, он разделен на 6 этапов. Первый этап уже внедрен 1 700 000. Второй этап сейчас уже внедряется на 12 миллионов лей. Я думаю, что до конца года мы сможем освоить эти 12 миллионов лей. Ну, а наверняка в марте продолжится все остальное. Поэтому с очистными сооружениями как раз это вопрос был очень долгий. Но в этом году этот тяжелый пласт сдвинулся. Следующий вопрос – это, значит, самотечный коллектор. Потому что самотечный коллектор, почему появляются запасы? Это не от очистных сооружений, это появляется именно до очистных сооружений самотечный коллектор, который заполнил процентов, например, где-то на 80%. Если в городе, мы очень откровенно сегодня говорим, если в городе у нас только неделю заработает спиртзавод, то сразу же у нас появляется проблема с самотечным коллектором. Потому что спиртзавод должен иметь свои очистные сооружения. Сброс, который идет именно со спиртзавода, практически забывает отходы кипек, шишель, самотечный коллектор забивается, она выходит наружу. Поэтому Николай приходится Харланович... Вы задаете вопрос примарский, вот я вам отвечаю конкретно на практике, как это делается. Поэтому, значит, вопрос по очистным сооружениям идет. Мы сейчас нашли нашу международную организацию, которая работаем, заказываем на 20 миллионов лей проект строительства канализации и самотечного коллектора. Этот самый большой вопрос у нас двинулся. Но если бы нам не мешали его, как говорится, еще пару лет назад этот продвинуть, потому что у нас были тогда партнеры, к сожалению, из-за политических Знаем моментов эту нам это не удалось. Но сейчас снова следующие шаги сделаны. 27 миллионов получено на очистные сооружения и разрабатывается проект на 20 миллионов лей. Это канализация и самотечный коллектор. Николай Харланович, вы вот сказали, что если там спиртзавод заработает, а когда вы дружили, когда все было нормально, тогда спиртзавод не работал? Кипейку заманчишь медом. Шлямерда. Спиртзавод не работал.
Сейчас работает. Ну, и сейчас не работает. Вы знаете, только заработает неделю, у нас проблема, потом он закрывается. Бизнес остановился. Видимо, Сокольники, парк, который с 2009 года, как мне кажется, вот на слуху. И я не знаю, вот как вы себя чувствуете, как человек, который обещал не раз вот этот парк все-таки городу подарить и сделать, и с 2009 года эта идея тянется. Я думаю, что здесь наверняка неуместно такой сарказм. Почему? Каждый год мы внедряем огромное количество проектов, но каждый год внедряется тот проект, над которым специалистам Приморье работается не один год, и один, и два, и три, и четыре, бывает даже пять. Я не сомневаюсь, я говорю о Сокольниках. Значит, поэтому мне очень удобно чувствовать себя, уверяю вас, потому что если бы мы ничего не делали, было бы неудобно. Но когда каждый год у нас от 8, 9, 10, 12, 15 миллионов лей небюджетный дел мы осваиваем, это и да, много проектов мы внедряем, поэтому это нормально. Что касается парка Сокольников. Действительно проведена огромная работа, потому что здесь огромный проект, там нужно высчитывать все. Первоначально было предложение, что мы его будем строить, значит, Залпугом. Значит, очень долгое время работали с Министерством экологии, потому что брали анализы, потому что этот проект идет совместно с государственными службами. Нет, вы не поняли, не подошло это место. Мы поменяли его. В прошлом году мы поменяли место, сейчас мы работаем, и уже проект, значит, полностью готов. Проектно-сметная документация полностью готова. Буквально на днях наверняка Приморье его озвучит и покажет. Проект грандиозный. С проектом работают три министерства. Это Министерство экологии, Министерство регионального развития и Министерство экономики. Угу. Со всеми мы согласовывали многие вещи, когда, в принципе, заказывали этот проект проектно-сметной документации. Проект будет финансироваться через фонд, значит, Министерства региональных организаций. Регионального развития, да, прошу прощения. С министром буквально недели две назад был у нас последний разговор, и вот мы ждали, пока весь пакет будет готов. То есть теперь вот уже на финишной какой-то, уже готов. Да? В этом году мы передаем весь пакет документов, как говорится, в министерство, и я думаю, что до конца года наши первые планы были где-то на 6 миллионов лей. Если бы мы, значит, закончили проектирование наверняка в сентябре, в августе, даже в сентябре, наверняка мы больше смогли бы освоить. Наверняка это будут бюджетные деньги? Это не бюджетные деньги, это деньги все с центрального бюджета, с фонда регионального развития. Угу. Я думаю, что в этом году наверняка будет определена сумма, та, которую сможем освоить. Потому что октябрь, ноябрь, естественно, что в декабре уже ничего не будет осваиваться. Но в любом случае этот проект в этом году начнется. Вот я к этому задавала вопрос. Да, да. Так называют в Камрате лошадь Усатого. Вот этот памятник тоже уже, насколько мы читали в информационных источниках, да, объявлен конкурс. Тендер, я не помню, да, какого числа, но, по-моему, здесь на днях 220 тысяч лей было, да, заявлено, что вот это когда завершено будет, вот эта работа завершена? Ну, тендер еще не подписан. Я говорю, что объявили тендер, там тоже есть свое время, 3 недели или сколько там, и сейчас, по-моему, на днях должен быть подписан уже, пройдет тендер, появится подрядчик, который должен будет эту работу выполнять. Работа, в принципе, планируется, что 1,5 месяца на выполнение этих работ. 45 дней. Ну, я хочу... Ну, почему выбором? Не обязательно привязывать это к выборам. Ни в коем случае надо. В этом году 56 проектов. Вот уже 38 выполнено. А знаете, чему удивилась, Николай Карланович? Вот 38, которые выполнены, почему их не привязали к выборам? Нет, надо привязывать. Погодите. Я говорю, в этом году Камрад внедряет 56 проектов. Целый год, теперь сейчас останавливаемся, целый год мы распределили по месяцам. Невозможно ни в коем случае все это сделать за месяц, за 2-3. Во-первых, готовится проектно-сметная документация. Это большое время занимает, пока определяется тендер, подрядчик, остальное. И следующее, и последнее. Значит, здесь есть очень много проектов, которые это, значит, не наши средства, это инвестиционные средства, это грантовые средства, но есть и наши бюджетные. И это бесспорно комплементарно. Сейчас, секундочку. И наши бюджетные средства. В начале года, например, когда мы получаем бюджет, ни одной бани в нашем бюджете для того, чтобы с бюджета выполнять какой-то проект, у нас не было. Это мы должны перевыполнять бюджет. Искать мы были советниками. Грантовые мы были деньги. У нас советника. Не, не искать, потому что часть грантовых, часть бюджета. Перевыполнять, потом через совет предлагать, чтобы совет поддержал, и внедрять проект. Поэтому на каждый месяц, январь, февраль, до декабря месяца, расписаны все проекты,
И слава богу, что бюджет мы перевыполняем. Каждый месяц мы его увеличиваем. И вся программа, которая есть, именно программа, которая есть по месяцам, мы их выполняем. Хорошо, Николай Хламович, конечно, 56 проектов, я думаю, что любая примария просто мечтала бы внедрить столько проектов. В Кишиневе, где идет регистрация проекта, нам сказали, что это целого, наверняка, одного региона, где 5-6 районов должно быть, чтобы выполнить 56 проектов. Ну, я думаю, что бесспорно жители Камрата тоже чувствуют и имеют свою точку зрения на такую работу примарии. Я хотела бы спросить еще, Николай Хламович, вот Генчлик, комплекс Генчлик, который... Когда же он возникал как идея, прошлые выборы? Ну, давайте мы с этим вопросом. Давайте мы на этом остановимся. И снова же не будем увязывать никаким выбором, что проекты у нас в течение года. Но если какой-то проект начинает во время выборов, мы говорим во время выборов. Что-то мы вспоминаем, что, остальные почему во время выборов. Нет, каждый, правда в том, что многие напоминаю, вот снова же перед выборами. Значит, у нас есть много различных проектов, которые выполняются в течение года. Какой-то проект выполняется в какой-то определенный момент, когда начинаются выборы. Что? Давайте мы остановимся на это. И даже большое спасибо за этот вопрос. Примария и, значит, этот городок, микрорайон, который Генчлик, который мы, как говорится, назвали. Что примария в этом делает? Примария не имеет права сама строить. Это не прерогатива примарии. Угу. Значит, примария имеет землю. У нас, например, на том районе было где-то 26 гектаров земли, которая на протяжении 10 лет не использовалась. То есть никакие доходы, ни копейки она нам не приносила. Нет, историю вопроса нам знаем. Нам обратилась компания, которая хочет строить. Готова была построить. Мы даем, значит, разрешение, муниципальный совет принимает решение, значит, тендер, все согласно законодательству, предприятие берет в аренду землю и платит за эту землю. То есть мы начинаем получать доходы. Она предлагает нам проект, который мы его утверждаем. Компания начинает строить первые 4 дома. Но тут начинается, как вы говорите, перед выбором политика. Тут же этого руководителя организации, сначала на прием Башкану Гагаузии, потом прокуратура, и прокуратура резко подает в суд на эту организацию, что якобы, что она строит свои земли не на земле промышленной, где возможно строить, а на сельхозземлях. Нужно перевести сельхоз на несельхоз, заплатить где-то 25 миллионов лей, и потом она может строить. А примария выдавала землю? И эти суды продолжаются на протяжении уже 4 или 5 лет. Мы выдавали согласно тому, что нам дало ТКО. Мы работаем с государственными организациями. Земля промышленная для развития города. И суды сейчас эта организация выигрывает. Угу. И она в регрессном порядке хочет подать заявление на те организации, которые подали их в суд и в течение 4 лет не давали им работу. Это прокуратура, ну и еще один человек, которого все знают. Потому что фактически не дали, значит, я только что уже назвал им. Я же сказал, что Башка, что секрет, что ли? Я же только что сказал. Да? Значит, практически человеку не дали строить. Но этот проект, который тоже внедрится, но нужно убрать политику, дать возможность, что неважно, эта организация пришла в исполком Гагаузии сначала или примарии. Потому что это, в принципе, она и должна, она правильно пришла, что примарии. Все-таки, Николай Хламович, вы подтвердили, что предвыборность характера имеет возможность иногда стопорить некоторые вопросы. Николай Хламович, еще один такой момент. ГРТ. Не могу не коснуться этого вопроса. Очень много сейчас опять мнений, претензий, нареканий. ГРТ работает не так. Ну, ни для кого не секрет, что сменилось руководство, избран директор телевидения, решением суда приостановлено распоряжение наблюдательного совета. Ну и вот такая ситуация, когда очень много в общественности претензий, что Николай Дудогла бывает довольно часто на ГРТ. Вас часто приглашают на ГРТ? Ну, давайте на этом остановимся. Я меньше всего бываю в ГРТ. Мы письменно обратились, пускай дадут нам, сколько минут Дудогла был на ГРТ. Уверяю вас, что я наверняка в первую двадцатку не войду. Я действительно появляюсь частенько на телевидениях, но это частные компании. ИНИАЙ, АТВ.
Потому что это коммерческая организация, в которой мы работаем, Приморья заключает договора, и мы, в принципе, обсуждаем все дела, касающиеся города. Вот так, мы да? Каждый месяц у нас есть сейчас Примара, и все, что внедряется в Камрате, мы выезжаем, работаем для того, чтобы и популяризировать, и для того, чтобы люди понимали, почему они платят свои налоги. Потому что, я вам скажу, это первое, с чего начиналось, почему бюджет перевыполняется. Потому что человек, когда видишь, возле него делает дорогу, делает освещение, проводит водопровод, канализацию, он платит свои налоги. Но если абсолютно ничего не делает, он говорит, зачем буду платить? Николай Фламович, вот вы сказали, есть частное телевидение, с которыми сотрудничаем. А сколько обходится бюджету Приморья содержание вот таких взаимоотношений? Я не могу сейчас точную цифру назвать, но в пределах 100 тысяч. В пределах 100 тысяч лей в год. Да. Мы, в принципе, раньше работали, что у нас была своя газета. Через газету мы, значит, полностью извещали камрачан. Ну, потом, в принципе, увидели, что это более реально через телевидение, через сайт. У нас поэтому работает сегодня сайт Камрат МД. И работаем с телевидением для того, чтобы освещать все, что делается в Приморье. Скажите, еще один момент, который тоже касается Константинова, вас и Анны Харлампьевны. Недавно Анна Харлампьевна объявила, что на пресс-конференции в Кишиневе сказала о том, что когда-то, вот в прошлые выборы в депутаты Народного собрания, она уступила свое место по округу. Такое же заявление приблизительно сделали вы на одной из пресс-конференций, что это была ваша договоренность, что Анна Харлампьевна не баллотируется по первому округу. Но насколько нам помнится, Анна Харлампьевна баллотировалась по округу пятой школы. Анна Харлампьевна прописана в двух местах? Хорошо, отвечаю на ваш вопрос. К сожалению, у нас в законе позволительно, что человек может менять прописку. Поэтому да. у нас многие наши депутаты, в Ферапонтовке даже прописан человек, который не существующий в здании. Ну, к сожалению, так. Ну. У нас и по городу у нас было, что, например, Иван Георгиевич Мардар, прошлый Созов был депутатом по первому округу, сейчас он депутат по второму округу. Угу. Поэтому, такой пример был. Конечно. И не только в Камрате, оно есть в многих населенных пунктах. Илюша Лузон у нас живет в Камрате, а депутат от Кисели. У нас много есть таких случаев. Поэтому Анна Харлампьевна, естественно, что она, ее квартира, как говорится, есть в третьем округе. Но у нас есть родительский дом, где, естественно, что она уже прописана там, где она может баллотироваться в первом округе. Если касаться времена предвыборной кампании, ну что ж, я об этом уже говорил, что мы все вещи решали, как говорится, команда, как лучше будет для команды. Угу. К сожалению, в многих округах у нас получилось так, что именно значит, обсуждая в команде, кому-то мы предложили, обсудив, что выдвигаться в кандидат депутата, а кого-то придержали, что попросили, что давайте мы поддержим, чтобы наши силы ну, не делить, чтобы поддержать одного кандидата. Так случилось и по первому округу. Да, в действительности, Анна Харлампьевна хотела баллотироваться по первому округу. Это, в принципе, для нее это и родной округ. Она родилась в первом округе, и всю сознательную жизнь и жила там, потом, когда уже купила квартиру. Ну, я в этом вопросе проявил твердость, я спросил и убеждал Анну Харлампину, убеждал, что не надо, я, значит, ни в коем случае не баллотироваться, потому что я вижу, что Дмитрий Георгиевич, который много сделает не только для Камрата, но много сделает и для Гагаузии. Анна Харлампьевна уже была председателем Народного собрания, Анна Харлампьевна, я скажу, что умеющая работать, она профессионал в работе. И, в принципе, мы еще тогда говорили, что давайте мы, значит, Анна Харлампьевна, вам предложим какую-то другую работу, может, вы нам предложите, где вы хотели работать. Потому что каждый человек должен находить свое место. Ну, а депутатам Народного собрания мы определились, я предложил, команда поддержала, и мы выделили Дмитрия Георгиевича Константинова. Сейчас, когда Дмитрий Георгиевич, к сожалению, от команды ушел, мы понимаем, что Анна Харлампьевна имеет право говорить сегодня руководителю команды, что это моя ошибка. И я признаю, что это моя ошибка. Николай Фламович, вы говорите, к сожалению, ушел Константин Дмитрий Георгиевич, ваша команда много потеряла? Я еще раз говорю, к сожалению, что неважно, кто бы ни был, как бы ни был, как бы мы ни относились к этому человеку, но потеря любого, даже рядового человека с команды, это очень серьезно, это очень больно. Вызывает уважение. Лично у меня такое ваше мнение и отношение. Николай Фламович, последний мой вопрос. Вы в Башканы выдвигаться будете, это не секрет, об этом вы уже заявили. Вы верите в свою победу? Вы дважды участвовали достаточно успешно, но не удалось все-таки
А занять эту должность, вот третий выход на эту арену, для чего вам нужен? Значит, Екатерина Федоровна, я скажу, что я уже, как говорится, очень взрослый человек, и можно сказать, что уже на протяжении столько времени, будучи и примаром, и баллотировались, и депутатом Народного собрания, и башка на Гагаузии, и зная всех политиков Молдовы, и встречаясь, и обговаривая, если мы сейчас идем на третий раз на эти выборы, я скажу, что идем мы на них очень осознанно. Идем с большой программой. И для того, чтобы баллотироваться в Башкана-Гагаузи в этом году или в начале следующего года, сделана очень большая работа. Даже та связь, которая есть сегодня с Демократической партией, я скажу, что это сделано именно для того, чтобы даже не то, чтобы баллотироваться Башкана, а после башканских выборов, будучи Башканом Гагаузи, действительно принести пользу для Гагаузии. Потому что сегодня, как говорится, не кривя душой, быть башканом Гагаузии, как Михаил Макарович Формузов, башкан собственного комитета, кабинета, не имея никакой власти, не имея каких средств для развития региона, для этого даже не надо было баллотироваться башканом Гагаузии. Поэтому то, что мы сегодня поддерживаем Демократическую партию, одно из первых моментов, что, значит, мы сегодня не за партию, мы не за одну партию, мы сегодня конкретно за Гагаузию. И для того, чтобы Гагаузию в дальнейшем развивать, мы сегодня отлично понимаем, нам нужны партнеры с центра. Экмекте, Бучакте, Бюнгепси, Кишиневда. Дальше развитие нашего региона зависит от тех отношений, которые Гагаузия будет иметь с новой властью. Теперь мы не хотим еще раз попадать, два тупика было в Гагаузии 2005-2010, невозможно, ни в коем случае не допустить, чтобы еще один тупик. Башканские выборы, выиграв, не имея поддержки, и чтобы началась конфронтация с центром из Гагаузии, то, что мы уже сегодня видим, это недопустимо больше для Гагаузии. Поэтому сегодня мы идем на эти выборы, выбрав себе партнера, и уверены, что Демократическая партия после этих выборов будет в той коалиции, которая будет в руководстве страны. Это доказывает, что они будут нас поддерживать даже сегодняшним днем, что у нас три кандидата в депутаты находятся в списках, проходимых в этой Демократической партии. Будучи, значит, идя на башканские выборы, мы готовим огромную программу. Программу, которая... Об этом в другой программе. Николай Хламович, честное слово, вот о башканских выборах на самом деле хочется поговорить с вами, но ребята показывают, что уже время наше истекло. Я искренне благодарю вас за такой открытый разговор. Я думаю, что началась горячая пора, и в том числе для вас, и для всех тех, кто уже вовлечен и начал свою предвыборную кампанию. Ну, а нашим зрителям сообщаю, что гостем программы сегодня был мэр города Камрад Николай Дедогла.